Полевском 40-летний велосипедист погиб под колесами Форда Торнео. Трагедия произошла накануне ранним утром на улице Магистраль, связывающей северную и южную часть города, на повороте ко второму трубоэлектросварочному цеху Северского трубного завода. 3 октября 2024 года в 7 часов 26 минут на территории города Полевского по адресу автомобильная дорога Северский-Полевской, 1 километр 885 метров. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Ford на неигулируемом перекрестке при повороте налево, не уступил дорогу водителю электровелосипеда 1984 года рождения, вследствие чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель электровелосипеда получил телесные повреждения, был госпитализирован, но в дальнейшем скончался в приемном покое Центральной городской больницы. Погибшего электровелосипедиста звали Тимур Мирзин. Уроженец Полевского, Тимур увлекался всем, что связано с компьютерами и прочими современными девайсами. В четверг утром он ехал на работу из южной в северную часть Полевского по краю проезжей части, как предписывает ПДД. У Тимура осталась вдова и 13-летняя дочь. За рулем американского каблучка Торнео Коннект находился 58-летний мужчина, имеющий 34-летний водительский стаж. Водитель был трезв, но после наезда на велосипедиста не мог связать двух слов, чтобы пояснить причину случившегося. Его состояние инспектора определили как шоковое. Похороны 40-летнего велосипедиста пройдут уже завтра в соответствии с башкирскими обычаями. Родственники Тимура разыскивают очевидцев или владельцев видеокамер, которые хоть как-то смогли бы воссоздать картину случившейся трагедии.